Опасный микроб выявили при лабораторных исследованиях овощей, которые отобрали в ходе проверок торговых точек города. Возбудитель инфекции так называемого кишечного эрисиниоза нашли в свекле и таре для хранения овощной продукции. Каждую осень прилавки ломятся от даров природы, но подобную инфекцию в нашем городе обнаружили впервые за несколько лет. Разносчиками заразы являются грызуны. Именно от них микроб попадает на овощи и фрукты. Поэтому очень важно правильно хранить и обрабатывать продукты. Чаще всего заражение происходит через корнеплоды, в том числе употребление сырой моркови и свеклы. Перед приготовлением салатов свежие овощи тщательно промываются проточной водой, ополаскиваются кипятком. И рекомендуется недлительное, в течение где-то 3-5 минут, замачивание их в растворе уксуса. Пока случаев заражения людей кишечным эрисиниозом в городе не регистрировали. Однако за осень лабораторно уже дважды выявляли возбудитель этой опасной для здоровья инфекции. Главное условие в профилактике заболевания – личная гигиена и тщательная обработка продуктов перед употреблением. В детсады и школы города направлены строгие рекомендации по хранению и переработке овощной продукции. Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.